в обидно, нет? It's actually scary. Ah, do it again, do it again. Do it again, do it again. Woo, see it? You see it? Yeah, yours is probably better than mine. I don't know, but it can't catch everything, but... Oh, I missed that one. I know, me too. Come on, baby, come on. Don't wear my camera. Where the heck is it? Oh. Time to go in the house. Yeah. So, where did... Look, can you do it from here? Yeah. Yeah. Come on. Give us some more. Give us some more. It's raining, so it. I don't think it. They'll be like, what? Ooh, that was really creepy. Come on. Give us some more. Like two big ones. The big ones are gonna make us drop our camera and cell phone. Whoa. Okay, let's go. It's coming. Тут клубника размером с мою руку. Yes, babe. Доброе утро, страна. Yeah. Yeah. Good. Сейчас дождь. Whoops. Oops. It was here yesterday. Was it really good? Вчера видели молнию, да, видели? Вот. Мы сейчас поехали за газом. Так что, да. Всем доброе утро! Смотрите, как можно снимать деньги, не выходя из машины. Вот там стоит банкомат снаружи. Вот так вот. It's moving a little bit slow. Unlike ATM, they move quickly. Yeah, especially here. Especially here. That's it. Where does she roll? There she goes. No. Oh, snap. Hiding parts. Может, здесь гиды, помните? Съехались вот отсюда, это капец. Как будто, не знаю, у всех дома сразу загорелись. Спасибо. Thank you. China Star. Тарелку за 5 долларов. Я не умею считать.
Только ладно. Вот эти два супа, они бесплатные. Да, здесь вот делали машины. Да, это с самого начала. Прямо за этим зданием был дом самого Генри Форда. Я уже показывала вчера. Да, это все было рабочее, все это. Сейчас все не работает. They said that they were going to. Heard that they were trying to build a channel, a canal from the Detroit River all the way up here. So yeah. So when he get his part shipped, if they at the time it was coming by boats. Mostly by boat, the boat would actually be able to pull directly to the back of right here. Sweet. Yeah, so he didn't want to have to pay to get it from downtown Detroit to here. It was cheaper to just have the boats come here. То есть вот на лодку переправляли все части машин, которые собирали здесь. И он хотел, чтобы отсюда сделали ему прямой путь до через реку Детройт, как бы, чтобы переправлять все части машин туда и обратно, вот, чтобы ему не приходилось там доплачивать, чтобы сначала привезли части в даунтаун, и затем оттуда сюда, то, что вот, ну, представляете, да? Вот это школа Highland Park. High school? High school. Ой, как пахнет зубам. You just say it doesn't have any windows. No, so it smells like soup. Car, the car. Alright, так, мы поехали заправлять машину. Пока. Кадиллак перед нами. У него цвет, вот, не знаю, блин, не видно, да, на камере? Он такой вот, как жемчужины есть же? Вот такого цвета. Мы сейчас на заправке. Да, сегодня бензин у нас стоит 3,48, это с нашей скидкой 3,38. Вот. То есть очень так дешево сегодня все. Мы не знаем, с чем это связано, но на всех заправках, на всех заправочных станциях сейчас почему-то цена на бензин упала очень сильно. Потому что я помню, за дизель галлон стоил 4,95, сейчас он стоит 3,95. На целый доллар упасть на галлон бензина очень странно. Да. А еще за нами стоит машина, и там происходит передача чего-то, то ли наркотиков, то ли чего. Весело, да, у нас тут живет? И там макет там. Видно? Наверное, нет. Да. В общем, все. Надо ебалить отсюда. Пока! Помогу. Мы дома, мы дома. The more power you use, the best that you have. That's why I want you. Duh. No, I mean, I know, honey. Yes, we do. Modern technology. Okay, мы дома. Сейчас будем есть свою еду. Супчик. Это моего бебечки суп. Короче, вот мой суп. How do you call it? This is wonton soup. Wonton soup. Там такой пельменник вкусный, да. This is hot and sour soup. Это hot and sour, это типа острый и кислый. Острокислый суп. Вот это вкусный суп, но очень острый. What is in there? You have mushrooms. You have celery. No. Salad. Let's see. I've got everything that's in there. Окей, сейчас мы, короче, суп поедим, а потом попробуем этот рис. Смотрите, какая красотища. А еще такой запах.
Там курица, она такая очень сладкая, в сладком соусе, типа, наверное, в медовом соусе, не знаю. What is it, honey sauce? Mm-hmm. Like a... It's really sweet. What do you call it? Like a, sweet... It's like probably like a sweet and sour sauce. Да, в общем, очень вкусный. Вот, так что да, будем есть. Всем приятного аппетита, если вы тоже кушаете. Пока. Да, что мы делаем, что мы делаем? Я просто хотела что завершить, наверное, видео на сегодня. И да, сейчас у нас 2:27 утра. Вот. А мне не спится. Никак. Блин, я что, не встану сюда? Вот я сейчас смотрю в камеру. В общем, да, пойду, наверное, попробую поспать. Кстати, я... это ничего страшного. Это никто мне ничего не ломало, никуда не падало. Это просто из-за постоянной работы за компьютером с мышкой у меня болит запястье. Вот. Поэтому, да, всем желаю спокойной ночи или доброе утро. Кто только проснулся, доброго дня. Вам всех хороших дел, свершений и... Да, увидимся в следующем влоге. Наверное, на днях. Может быть, завтра, может, послезавтра. Поэтому, да, все, всем пока-пока. Вот так вот мы, как всегда, в скайпе. Скажите привет! Вам слышно? Нет. Это дождь нескончаемый какой-то. Ой. Вот. Сейчас 5:00 утра. И я все еще не сплю. Пока. Красиво, да? Упс. Привет! Я шучу. Всем привет! И я уже просто не могу дольше ждать, наверное. Уже и так затянуло. Быстро покажу все, что мы купили с этой пасхальной распродажи, которую вы увидели в последнем видео. Там, где мы были на 70-90% скидки. Вот, потратили мы на все это примерно, наверное, $15. Может, даже меньше, где-то 10. Вот, поэтому я сейчас быстренько покажу, может, вам понравится. И да, поехали. Эй, всем еще раз привет. И да, хочу быстренько показать, пока мы это все или не съели, или не отправили кому-нибудь. Быстренько покажу, что мы купили на этих пасхальных распродажах. Пакетов здесь 5, поэтому вот. В общем, первое, что попадается, то буду показывать. Первое — это вот пипс, который я уже дегустировала на камеру. Вот. Но эти пипс, они в молочном шоколаде, то есть там такие... Блин, камера не фокусируется, ну ладно. Желтые обычные пипсы, то есть зефирки, маршмеллоу, и они как бы их окунули в шоколад молочный. Вот, такие пипсы.
Затем Sweethearts Jelly Beans. Это от Willy Wonka. Кто смотрел Чарли Шоколадная Фабрика, знает, что такое Willy Wonka. И это просто такие жевательные конфеты. Громко, да? Sorry. Так, дальше. Такие вот пасхальные яйца от Hershey's. Здесь в белом шоколаде и молочный шоколад внутри. То есть белый шоколад такой хрустящий. Кто даже был в Америке, пробовал the Robin Eggs. Это, я не знаю даже, как перевести, яйца малиновки. Я их тоже покажу. Они в такой хрустящей, очень тонкой скорлупке. И внутри такой или воздушный рис, или шоколад. Но мы такие еще не пробовали. Так, это. Дальше. Russell Stover. Это белый шоколад с черной крошкой, с коричневой, с шоколадной крошкой, с обычным молочным, неважно. Дальше. Зайчик. Дальше. Вот такие Cadbury Mini Eggs. Это маленькие яички там внутри. Вот, они тоже в хрустящей такой тоненькой-тоненькой оболочке. Внутри воздушный, какая-нибудь воздушная начинка. Они обычно такие очень хрустящие. Вот это мы почти уже съели, поэтому я решила быстренько все это показать. Вот это, кто знает, Reese's Cups, да, это такие Reese's, там молочный шоколад сверху, внутри масло арахисовое, да, peanut butter. Вот, здесь это сделано в форме яйца, называется Reese's Eggs, peanut butter egg, то есть на... По размеру вообще это больше даже, чем вот этот Reese's Cups. И мы купили вот это вот за 10 центов каждую. У нас было что-то, наверное, 15, не их съела. Так, дальше. Эй, первый пакет. Эти я уже показывала, это Starburst. Бобы, да, Jelly Beans тоже. Яички, не знаю, они сверху одна, у них один вкус, внутри другой вкус. Дальше второй пакет. Меня не видно? Видно? Да, второй пакет. Здесь сразу же это вот такое... как знаете, вот я всегда раскладываю в такие формочки. Вот здесь тоже Reese's Eggs. Это те же самые вот эти вот Reese's, только они маленькие. Очень вообще прикольные, очень вкусные. Вот там такие разные цвета. Все не в фокусе, я знаю. До свидания дальше. Далее, снова Starburst, снова Jelly Beans, но эти уже кислые, то есть здесь написано Sour, они кислые, в отличие от вот эти они больше такие сладкие. Но вообще, мне кажется, все Starburst, они более кислые, чем сладкие, не важно. Далее, вот такие Smarties, Bubblegum Eggs, это жевательные, да, жевательные жвачки в форме яиц, вот так вот выглядит. Затем вот эти Cadbury Eggs, я их уже тоже показывала, но у этих начинка, они молочный шоколад, а внутри такой более такая помадка, на вкус как нутелла, наверное, даже больше как темный черный шоколад. Вот, 4 яйца в каждом вот этом вот. Они очень-очень, действительно, я их не могу просто так есть, то есть их нужно с чаем и... да. Мне на две кружки хватает одного. Нашла еще одну Reese's Egg. И еще одно Starburst, только вот это уже тропические жевательные бобы, то есть там только вкусы больше тропические, да? Вот, то есть какие здесь? Манго, дыня, ананас, апельсин, пунш тропический, киви и клубника, арбуз и клубника-банан. Я их сама еще не пробовала, но мне кажется, очень вкусно. Окей, второй пакет done! Yay! Два пакета. Фу! Это так. Третий пакет. Здесь немного. Это те же Cadbury Eggs, только с сливочной начинкой. Они выглядят... Я тут один уже поджевываю. Вот такая там сливочная белая начинка. Не видно, да? Ну ладно. Далее. У меня сегодня просто праздник. Reese's Eggs еще один. Одно. Затем... ну эти тоже. Вот эти штучки. Это... такие же вот Cadbury Eggs, как и вот здесь. Просто они отдельно продавались каждый. Каждый тоже был на распродаже. 90% скидка. И каждое яичко вот это было по 10 центов.
У меня еще 4 осталось. Мы купили, по-моему, 15 или 20. Вот. Еще один пакет. Так. И последний, обещаю. Последний пакет. Я не знала, что это здесь есть. Я вообще так, как будто снижу. Еще одни Cadbury Eggs. Тоже с шоколадной начинкой. Они мне очень понравились, поэтому я их что-то даже вот. 4 упаковки. Да, затем... вот это Happy Nerds. Это такие тоже от Willy Wonka, они очень шумные. Там такая коробочка с мелкими конфетками. Они очень кислые, то есть они такие, да, очень кислые маленькие конфетки. Вот. Почему они в таких коробочках? Обычно вот в таких вот и... Извините. И вот в таких больших упаковках продаются наполнения для яиц. То есть в Америке есть такая традиция. Это Easter egg or Easter hunting or hunt. Что-то такое. То есть охота на пасхальные яйца. То есть все семьи обычно собираются в парке где-то или где-то у себя во дворе. Собирают огромное количество друзей, родственников и так тому подобное. Родители покупают такие пластиковые яйца, то есть они пустые, внутри просто пластиковые, как от киндер-сюрприза, скажем. И покупают вот такие вот мешки, и тут написано egg filling. Filling, да? Вот, то есть это наполнение для яиц. Они наполняют яйца теми же пипс, теми же вот этими яичками, там всякими конфетами. И разбрасывают просто везде, где можно. Там на заборе, вот в траве, где-нибудь там... в доме, то есть везде-везде. И каждому ребенку в семье дается корзинка. Корзинка для собирания, да, сбора вот этих вот яиц. То есть, и когда дается команда, все, дети разбегаются, бегут и собирают яйца. То есть это не какое-то соревнование, там, кто больше или что-то. Просто сколько соберешь, столько у тебя будет сладости, да? Вот, и вот, да, то есть там были nerds, и вот здесь я даже не знаю, что это. Bottle caps? What? Да, то есть вот здесь тоже всякие конфетки, в основном конфетки кислые, то есть вот все от Willy Wonka, у них обычно такое очень-очень кислые какие-то сосательные конфетки. Еще чуть-чуть. И вот это уже как традиция, да, такие более традиционные сладости, которые знают все поколения, наверное, в Америке. Это robin eggs. Если перевести robin, это птичка, это малиновка. То есть это яйца малиновки. Они выглядят вот так вот. Я потом сделаю, ладно, как бы zoom in. И мне они не нравятся. То есть я не знаю, это видимо на любителя. Но у них тоже такая вот просто скорлупка снаружи, она прям такая очень легко ломающаяся, да. Внутри слой шоколада, а еще внутри как начинка, это такое. Наверное, воздушный рис, я сказала. Вот. Crunchy shell. Это хрустящая кожурка. И malted milk candy. Да. Воздушный что-то там. Еще одно Cadbury eggs. Это 4 Cadbury яичка. Тоже с сливочной начинкой. И да, уже все, что ли, последнее, как все быстро сегодня оказалось. И да, тоже зайчик уже показывала, но это другой, то есть у нас был кранчи, это такой хрустящий с печеньками. Вот, здесь finger butter, это butterfinger, это другая шоколадка в Америке, butterfinger называется, она такая, мне она не нравится, она на вкус как никотинак, а... грильяж, наверное, в России. Что-то вот в этом роде. Мне она не очень нравится. Но здесь получается вот шоколадный зайчик. И там мелкие кусочки вот этой вот Butterfinger шоколадки. Да, вот такой вот заяц. И... Уху! Что там летает? Я не так и не поняла. Вот это все. И... да, я просто хотела показать, чтобы уже, в принципе, показать. И на все это, да, мы потратили, я проверила. Это вот мы купили за один раз. Один раз или два? Потратили около $12. Вот. Так что клево. На следующий праздник купим что-нибудь еще. И покажем обязательно. Поэтому, да, всем... да, и... что? Увидимся в следующем сюжете.
sponsor VidCon next year or something. And everyone will get a science collection from OBK in their welcome bag.